Как работает соляная пещера? Основным компонентом галокамеры, производящим целебный эффект, является сухой аэрозоль, который вот выделяется вот здесь. Микроскопические солевые частицы, распыление в воздухе, аэроголит. В оздоровительную комнату галогенератор через вентиляцию подает сухой аэрозоль. Воздух проходит через соляные блоки, фильтруется. При спокойном вдыхании солевых частиц снижается активность воспалительных и инфекционных процессов в дыхательных путях. Одновременно происходит стимуляция иммунитета. При всех легочных бронхиальных болезнях, аллергиях, кожных заболеваниях, в том числе воспалительных процессах, сердечно-сосудистой системы, психологических состояниях, депрессии, усталость, напряжение, эндокринных патологиях, период реабилитации после ОРЗ, ОРВИ и гриппа. Вовочка, тебе нравится мое солнышко, да? Сколько тут игрушек! Много! Вот здесь вот три кресла. А это домик. А что это такое там? Домик какой-то, да? Да. А это